Ночная смена. Озвучивал хихикающий доктор. Лори Уильямс tries to make the best of every situation, including her dead-end job. But tonight her plans of asking out her favorite coworker are interrupted by a violent stranger. Black Box TV presents The Night Shift. Это не будет выглядеть странным. Нет, это не будет странным. Я просто должна это сделать. Это будет великолепно. Мы проведем хорошо время за этим. Просто супер. Привет! Привет! Ты сегодня рано, да. И ты знаешь, что это означает. Ты получаешь... стикер. Спасибо, Лори. А не вопрос. Итак, ты завтра выходишь в ночь? Да. Есть какие-нибудь планы? Нет, но я что-нибудь придумаю. Ну, у меня есть лишний билетик в театр на Бродвее. Это мюзикл, не так ли? Да. Это должно быть прекрасно, и было бы здорово, если... О мой бог, где она? Где кто? Что ты с ней сделала? Что я с ней сделал? О чем ты? О моей девушке, обо мне, вот о чем. Она приходила за сигаретами час назад. Простите, никто не приходил. Я не знаю никакой Трейси. Трейси моя девушка. Простите, сэр, сюда никто не приходил. Неправильный ответ. Послушай, если ты мне не веришь, ты можешь посмотреть в камеру. Какую камеру? На складе. Я еще там ничего не стирала. Не шевелись! Не шевелись! Где у вас стаканчики? Стой! Очнись. Ты в порядке? Очнись. Не делай резких движений. Что это было? А какой-то мудак. Он ушел? Да, он ушел. Ты в порядке? Да. Просто супер. Лори и
enjoys the perks of working the night shift. She's close to the man she loves, safe from the sun, and has plenty to eat. Like to see star on an upcoming episode of Black Box TV Presents.